Всем хорошего настроения, пришла посылка, это у нас Китай. Откроем и посмотрим, что здесь. Так, ссылка шла в Украину 21 день. А это я заказал, вернее, не я заказал, меня попросили заказать велосипедные перчатки. Давайте посмотрим на качество этих перчаток. Так, возможно, кто-то может подумать, как и я подумал, что это из замши, то есть кожи. Но нет, это не кожа, это какая-то, наверное, синтетика. По крайней мере, мне так кажется. Я не эксперт, конечно, но мне кажется, что это не кожа. Вот здесь есть такие как бы поролоновые вставки, очень мягкие. Так, вот эта сетка. Можете видеть, я не знаю, видно ли вам, как она просвечивается вот здесь, вот это. То есть, как бы рука будет дышать. Я думаю, не будет запариваться, ну, по крайней мере, я думаю, они так себе планировали вот эти изготовители, делая вот эту сетку. И здесь также сетка. Сделано все достаточно качественно, прошито качественно. Даже надпись вот такая качественная, красивая, хорошая. Думаю... Не знаю, возможно, если у кого-то будут такие вопросы, можете задавать, я у владельца спрошу, как они в носке и долго ли они прослужат. Но сделаны вроде качественно. Не думаю, что здесь очень быстро что-то порвется. А цена хорошая, реально очень хорошая. Ссылку оставлю в описании к видео, кому нужны такие перчатки велосипедные. Смотрите. Всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр данной распаковки. До свидания.